Губернатор Арктического региона оценил уровень оказания услуг по оздоровлению юных северян. Дмитрий Кобылкин побывал в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Краснодарского края, в которых с пользой для здоровья отдыхают ямальские дети. Комплексные проверки детских оздоровительных лагерей находятся на постоянном контроле. В начале летнего оздоровительного сезона глава Арктического региона дал поручение рабочим группам муниципальных образований, окружных структур оценить качество оказываемых услуг непосредственно на местах, встретиться с детьми, родителями, персоналом. Исполнение требований по обеспечению отдыха и оздоровления ямальских детей учреждениями Краснодарского края губернатор округа проверил лично. Рабочие совещания состоялись в санаторно-оздоровительном лагере «Эллада» и санатории «Шахтинский текстильщик», где отдыхают ямальские дети. Те лагеря, которые сегодня посетили, которые посмотрели, конечно, они профессиональные люди, занимаются очень много лет своей работой. Вижу, что меняется каждый год, что-то новое добавляется, какие-то аниматоры появляются, забота дети еще больше окружены. По питанию никогда вопросов особых не возникало, и понимаю, что сегодня, ну, у самих детишек поспрашивал, конечно, все довольны питанием, всем все нравится. По итогам контрольных объездов руководителям детских учреждений даны и дополнительные рекомендации. Напомним, сегодня 83 юных губкинца отдыхают в летних оздоровительных лагерях. Из них 29 человек в Краснодарском крае. Все ребята вернутся домой до конца августа. Всего за летнюю оздоровительную кампанию в лагерях отдохнули 544 губкинца.